Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте, гости, подписчики наших каналов. Мы в горах. Это горное озеро. Не одно. Будем ловить на двух горных озерах с Владимиром Ивановичем. Вова. Вот. Он любезно предоставил мне вот такой спиннинг, которым я буду ловить. Это наградной спиннинг. Выиграл он его на одном из гатлов. Вот, ну скажем так, чей он, Володя, немцы делают, да? Это а, понял, ну это знаменитая немецкая фирма, которая делает не только спиннинги, но и катушки. Ну да, ВСТ, я не ошибаюсь. Вот он стоит. Угу. Значит, 0,3, 5 грамм, 1,80 м, пушинка. Я как подцепил сюда катушку, мне хотя катушка весит 180 грамм, мне показалось, что я камень прилепил. И еще, как бы, по тестю, по рыбачу, потом за обзоре оба. Это вот палочка от Азуры, топовая ихняя модель, которая сейчас вот будет Володя ловить, потом я половлю. В общем, короче, мы тут побалуемся по форельке. Очень надеюсь, что все это у него заговоренночка, у меня заговоренночка. Очень надеемся, что у нас все сложится хорошо. В общем, увидите, как будет. Заговоренки-то, наверное, в одном месте брали. Ну, знамо дело, в одном магазине. Закрыл камеру рукой, чтобы не задувало. Ветрюганище тут сумасшедший. Да, тише было, пока приехали. Ну, сейчас мостика по, это самое, побросаем. А там посмотрим, куда пойдем. Потому как ветерочек дает, в общем. Была у меня только что поклевочка, и она сошла. Прямо рядышком здесь. Все, уже, как говорится, легче на душе. Рыба есть. Ну да, сперва забрала. Ну она сошла, Володь. Сперва забрала. Выдувает страшное. Вот стоим почти в спину ветер. Ёлы-палы как дует. Зато бросать хорошо. Как бросил, даже не видно, куда летит. Второй раз не хочет добирать. Умная. Так, есть. Ты с первого поймал, Иваныч. Что я тебе... Как со второго? Со второго. Да гонишь ты со второго. Вот она. Вот она, красуля. Со второго забросил. Горная. На заговоренночку. С одного знакомого нам магазина, да? Смотри, какая она красивая. У-у-у, пятнистая. Поверни ее бочком ко мне. О, супер рыбка. Мелкая, но она такая. Отпустим, конечно. Куда? На покушать мы в океане поймаем. Оп. Не хочет, не хочет. Хочет. Вода, она. Короче, есть рыбка. Отлично, уже настроение. Зараза, пока камеру включал, уже подтянул к себе, клюнула вот-вот рядом буквально из-под ног манюнечка. Но здесь крупной нет. Тут как бы мы не рассчитываем с берега. Мы ходим по берегу. Тактика такая. 1-2 заброса. 1-2 заброса и пошел, пошел, пошел. Потому как выхаживать тут особо нечего. Она стоит везде. Озеро большое, красивое. Ветер очень сильно. Дуга большая. Не дает нормально забросить. Забить, наверное, и нереализованные покупки. Как леска не натянута. Слабенький, слабенький. Есть, есть форелечка. Иди сюда. И вроде неплохая, Володь. Ух ты, девочка. Иди сюда. Иди сюда, моя красавица. Иди сюда. Вот она. Смотрите, какая красопеточка. А? Ну да. Не знаю, что я снимаю. Вот так вот. Огонь. Вот. Смотри, какая красопета. Ну, здоровенная какая. Все, отпускаем аккуратненько. Пошла, пошла, пошла моя радость. Она отдуплится, потом вернется. Ух! Иди сюда, моя черешня. Палочка, конечно, отрабатывает шикардос. Вот такая здесь форелька. Ее никто не ловит.
Даже проверяющих здесь нет, потому что только мы, дураки, сюда ездим. Это я рассказываю про озеро. Вот. Они ловят лосося. Им это не интересно. Только мы, приезжие, сюда ходим. Ну, очень надеюсь, что нормальные люди, которые относятся бережно. На пожрать тут есть где поймать. Гораздо большую рыбу, и брать такую, мне кажется, ну, это не камильфо. Это уже плохой тон. Ну, во всяком случае, разловились, Володя, уже. 5 минут на озере, мы уже разловились. Вот мы так перемещаемся. Сейчас, наверное, переедем в другое место с Володей, потому как ветрюган еще сильный. Прохладно. Вроде и август месяц. И, мягко выражаясь, но грубо говоря, не холодно, но и завет — это отдельная тема. Переехали мы с Володей на еще другое озеро. Вот. Мы сегодня решили с ним так, инспекцию сделать нескольким озер. Мы купили отловочные до конца года, которые вот так выглядят. И они разрешают нам ловить на всех озерах в округе. На всех. Можно здесь ловить салмон, троут, то есть форель лакс, перч окунь, паек щука и чар, не знаю. Может быть, это хрен его знает, что за рыба. Может быть, это этот с плавником, как его, хариус. Может быть. Ну, во всяком случае. Вот уже на второе. Если погодка наладится, мы, конечно, лодочка и пойдем в океан. Но пока бродим по озерам, потому как ветер сумасшедший, волна. Ух, ёпарас, это тут кочки. Тяжело ходить. Вот, надо смотреть осторожно. Плюс еще есть одна такая хреновая вещь. Это клещи, бля, прямо аж прогрузаешь. Вот у меня вчера наши жены ходили. А сюда можно пройти, Вов? Я... А, понял. Так я ж смотрю. Вот. Ходили за грибами, конечно, грибов море набрали. Ну и клещей наловили. Так. Ой, какая прелесть. Понял. Понял, Вовчик, тебя услышал. Тут, смотрите, вот не везде зайдешь. Ёпа, ты осторожней, Иваныч. Ты нам нужен живой. Ой, блядь, и здоровый. Супер. Зря ты куртку не снял. Дальше нельзя заходить, да? Да, вот, нет, да, вот там уже это, потом если... Понял. По тому озеру могу сказать следующее. Вот в том озере другой рыбы, кроме форели, нет. Вон, Вальдемарыч уже собирает. Ага, я видел, она крутанулась. Короче, ситуация следующая. Там, кроме форели, нет вообще никакой рыбы. Она ест сама себя. Вот. И настолько осторожная, что вот один-два ударчика, все. В лучшем случае два. А то, как правило, один она не добирает. То есть от того, что она ест ее много, это не значит, что она там без трусов в воду не зайдешь. Ее, конечно, Норвегии не ловят, но она сама себя. Ой, бляха-муха, ловит. Вот. Так что такие дела, ребятки. Вот Володя промерил глубину. Бросил возле берега. Заговоренку, да, Володь? 2,2 грамма. На счет 20 возле берега достигла дна. Это вот торфяные болота, ну, озера. Вот. И глубины тут приличные. Так, Володя цепанул форельку. Идти к нему не буду, тут овраг. Ух, какой кочегар, глянь.
Черная-черная. Ты телефон брал с собой? А? Телефон брал? Да. Сфотай, пожалуйста. Покажем людям. У меня форель. Вот как ее вывести сюда. Ух ты. Вот она. Сейчас попробую. Подойти не могу. Палочка у меня тендитная. Ну, поменьше, чем твоя, Володь. Поменьше. Вот она. Смотрите, какая красопеточка. А? Больше? То тебе только кажется. Вот. Вот такая. Смотрите, какая она здесь. Коричневая. Ой-ой-ой. Вот. Торфяная. Вот. Короче, иди гуляй. Короче, только что Иваныч слил одну хорошую, заработал даже фрикцион. Мы с ним местами поменялись. Он меня, конечно, облавливает. Вот. Но я есть, упираюсь. Есть, 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 есть. Вот она, красопета. Поставил силикончик. И вымутил. Большой не могу поставить. Вот такую красопеточку. Поймал, не? Да. Поймал? А ну покажи. Подожди, подожди. Вот. Достали с травы. Во, Вовчик. Судя по всему, всю ближайшую рыбу мы накололи. Володя поймал штук, наверное, 7 или 8. Я около 5. Вот уже даже на силикон, сука, не хочет клевать. А стать негде. Вот пятачок Вова пошел туда, и там не подойти. Вот. А тут уже, судя по всему, мы ее так подеребанили. Она боится и шагу ступнуть. Уже там головочка 0,2 грамма. Силикончик микроскопический. Ну, вы сами видели размер форели. Вот. Ну, хорошо, хоть палочку так почувствовал. Очень неплохо. Конечно, вот как раз для такого вида ловли, то есть бросал вертушку 5,2 грамма. Нормально справляется, но чувствуется, что это ее потолок. То есть она, вот перегружать ее нельзя. Рыбу она поднимает, гнется хорошо, вот, но по приманкам будет некомфортно. Вот 5 грамм потолочек. Сейчас вот 0,2 грамма и там силикошка, ну может быть все в общей, ну меньше грамма, наверное. Более-менее адекватный заброс, поскольку шнурочек хороший. Вот. Сейчас покажу. Вот такая вот головочка. Силикошка, не знаю чей, по-моему, то ли туиртаповский. Ну что, Иваныч? Вообще не забросить, не подойти, да? Ну, что ты будешь делать? Ну, я уже даже на силикон перестала клевать. Судя по всему, мы ее уже тут всю покололи. Ну да, мы ей дали дрозда, а новой тут нет, она одна и та же. Так, взял у Иваныча палочку. От, как называется? Палка как? Азура, ёлы-палы. Азура от этого самого. Ух ты. Что значит мягкой палкой до этого бросал? Вот. Выглядит очень достойно. Красивая. Жесткая, правда. Но это не для таких блесен, как обычно мы ловим, да? Ну, в смысле, не для силикона 0,2 грамма. О, вот это уже другой коленкор. 7,4 длина. Вот. Будем тестить. Я получил. Так, подожди, рыбу покажем сначала, не выпускай. Вот, смотрите, какую рыбку поймал Иваныч. Мы поменялись удочками, у меня там силикошка была, но он свою поставил. Головочку и цепанул маленькую форельку. Такие вот пирожки, ребята. О, я ж тебе за что и говорю. Шикарная рыбка. Шикарная. Сейчас мы вот так, иди сюда. О.
Вот а, красопета. И не такая вот, кочегаристая. Смотри, она посветлее намного. Так да? Оттуда брал. С дальняка, вот видишь? Смотри. Такая вот. Это посветлее намного. Красивая. Это ну что, завязываем рыбалку, тяне? Или порыбачим? Иваныч погнал. Так я себе говорил, что из дальняка. Вот зараз. Но я видел, палка гнулась хорошо. О, это потому что крючок без бороды, и ты еще. Гля, что творит. Вы посмотрите, какие кадры золотые. У-у-у. Так ты кочегара вжарил, а ну дай. Кочегара. А я думаю, чья блесна тут? Да выстреливает. Блесна, если надо, продам. Я тебе говорил. Моя блесна. Чуть-чуть ниже. Ну это 2,5 грамма жучок. Два с половиной. Так ты видел? Да. Входит, и, вторая и тут же садится. Не, это огонь. Видишь? Таня, пошла жара. Ну вот и я также на дальняк выбросил и это самое. И только оттуда выцепил. Потому что мы здесь под берегом. Все, что только можно, мы накололи с тобой, Володь. Поставил Иванычу заговоренку 4,5, прототип. Чтоб пулять аж на ту сторону озера. А мы вот с женами сидим, отдыхаем. Они за грибами ходили. 2 ведра грибов набрали. А мы тут потихоньку замутил Иваныч дальняка на прототипную заговореночку. Сейчас как раз вовремя. Вот. Красивая рыбка, небольшая. Ну смотри, берет она и это, и большие крючки. Да любые она крючки берет, все что хочешь берет. Так, погнали. Покажи размер, смотрите размер, это как бы не для этой форели. Ну да, рассчитывали на большую, поймать оттуда. Может хорош, пойдем морскую долбить, а? Я сел, дальняка последний. Понял. Давай, да, давай. Последний. Так, я закончил рыбалочку. Ну, не знаю. Мы, конечно, их не считали, но на этом озере больше десятка каждый из нас поймал. Володя поймал больше, скажу честно. Он здесь местный абориген. Он знает всю форель в лицо. Так я еще и не наловился. О, ну так ты еще продолжаешь ловить. Вот. А я уже как бы счастливый и довольный. Жена пришла, и слава богу. На том озере рыбку поймали, на этом погода наладилась. Скорее всего, мы на третье озеро не поедем, а поедем мы на море. Да, Володь? В океан. Короче, всем мира, добра. Спасибо, если были с нами. До новых встреч.